Так, всех доброе времени суток. У нас очередная партия посылочек с сайта AliExpress. Вот таких вот три штучки. Сейчас откроем, посмотрим. Сами посмотрим, что китайцы прислали, и вам покажем. Так, начинаем быстренько распаковочку. Начинаем с первой. Тут у нас идея. У нас тут идея. Кисточка для макияжа. Так, смотрим. Вот такая вот довольно-таки здоровая кисточка. Тут ничего нету. Не, ничего не откручивается. Такая вот у нас пухнастенькая. Прикольненькая. Запахов немая. Левых. Все очень красивенько. Такая вот беленькая сверху. Коричненькая снизу. Такая прикольненькая, похоже чем-то на заячью шерсть. Ну, красивенько. Смотрим дальше. Так, следующая наша посылочка. Следующая наша посылочка — такая вот бюштекс. Или игрушка для собачки. Сейчас откроем, посмотрим, как у нас тут на ощупь. На ощупь простая игрушка, вот так вот пищит, мягенькая. Ну, в принципе, запахов нету. В принципе, больше ничего, нечего про нее рассказывать. Такая вот игрушечка, типа кусок мяса для собачки. Следующая наша посылочка. Что-то у нас тут в коробочке. А у нас тут смарт-часы. Самое интересное, заказывал не синие, заказывал коричневые. Пришли синие. Интересно. Ну ладно, посмотрим. Так, что у нас тут в комплекте? Такая вот коробочка. Ничем. Такая вот пупырку. Так, мануальчик у нас. Что-то там китайцы положили. Так, ну тут больше ничего такого интересного. Так, в принципе, часы должны. Так, посмотрим, где работают. Включается, не включается. Часы, наверное, разряженные. Так, заказывал себе, но пришли синие. Обидно, а? Заказывал серые, пришли синие. Не знаю, как будем поступать с китайцем. Спорта я однозначно не выиграю. Может, какую-то часть денег верну за ущерб. Так, ну что, сейчас поставим на зарядочку, посмотрим, что нам покажут. Может, закажу отдельно ремешочек. Ну, пока мы его поставим, он не включается. Поставим сейчас на зарядочку, посмотрим. Так, будем дальше. Ждем продолжения видео. Пока, пауза. Итак, после небольшого перерывчика, вот эти смарт-часы. Я их трошки поклятал, потестировал, чтобы знать, чтоб не... Так, вот у нас 8.50. При синхронизации через телефон сразу настроились и часы. Сейчас покажу. Вот программа. VR Fit. То есть запускается, никаких проблем. То есть если я трошки клятся. Вот, подключение пошло, подключили часы. Вот такие вот тут данные. Можно видно, может нет. Не знаю, как он там. Так, приложение очень простые. Простое приложение. Синхронизировалось. Видите, уже написал, что я прошел тут. 42 шара по квартире. Вот. Так, сон, часов нету, давление, это все мерить. Так, ну сейчас по часикам пробежимся. Так, первое — это у нас время. Первое у нас время. Дальше у нас шаги. Вот он как там, 42. Это у нас километраж. Так.
сколько я спалил килокалорий. Дальше у нас сердце. Какое у меня сердцебитие, битие. Посмотрим, что оно там покажет нам. Вот показывает 66. Ну, сейчас надо подождать, оно сейчас... Проверяли, что меряет давление. Сходится, совпадает, в принципе. И всякий трюк. Сейчас оно должно зажужжать. Может и... Сейчас подождем. Ну, так где-то 75-73. Действительно, вот говорится, не знаю, 75 ударов в минуту. Сейчас в данный момент, если она будет стабилизировать, он зажужжал. Часы показало 75. Так, это у нас норма кислорода в крови, тоже считается. Сейчас подождем. То есть все это отображается на мобильном приложении. Можно там посмотреть. И не откляться здесь. Видно, кто звонил. Тут отображается сразу строчка, кто звонит. Очень удобно. На телефоне посмотрим. Можно потом ответить, можно сразу. Так, 97 кислорода в крови. 97%. 98 градусов. Так, сейчас проверим артериальное давление. Тоже где-то надо минутку подождать, пока оно там будет мерить. Не знаю, как это будет качество. Снимаю на экшен камеру. На более дорогой девайс пока не сильно заработал. Так что будем надеяться, что будет больше подписчиков. И смогу зарабатывать на YouTube канале. Вот показал 124 на 79. Проверяли этим манометром давление мерить. В принципе, нижнее сходится. Но оно еще не подъезжало. Нижняя сходится, верхняя чуть-чуть обманывает. Это показывается завышенный вариант. Ну так, более-менее. Вот он зажужжал. Вот остаточные данные. 122 на 76. Так, дальше вот отключилось. Вот режим сна. Сколько я там поспал, секундомер. И у нас поиск телефона. В принципе, вот так вот это все дело. На часах видно как звонки, так и смс, которые приходят, можно увидеть, кого и что пришло. В принципе, часами доволен. Цена на нашем 400 гривен. Я думаю, что у нас они намного дороже будут. Ну, так как игрушка, так как я давно хотел, правда, вот пришли с синим ремешком. Ну, думаю, что заказать ремешок отдельно будет не проблема. Эти снимки будут, в принципе, так вот. Так, ну что же, на этом мы будем заканчивать наше видео. Ссылки на товар будут в описании, сами все видели. Мануальчик вот такой вот, на английском языке. Вот. Все можно проверить, посмотреть. Называется это фитнес-браслет. Такой вот коробочка подмякалась. Вот. Кстати, да, есть управление камерой. Здесь тут не видно. Управление камерой. То есть включаете на телефоне. И с маха в руки срабатывает камера. И фотографирует. Есть вот написано. Увидеть звонки, прочитать смс-ки. Давление, CO2. Ну, все вот такое вот. Часики мне понравились. Пишет, что держит 3-5 дней стандартный. Так, версия Android 4.4. Так что вот такие вот у нас посылочки сайта AliExpress. Да. Ждите, еще будут посылочки.
Может быть, еще заказы какие-то. Часики. Заказал детские смарт-часы. Попросили меня заказать. Увидели меня видео. Попросили, чтобы я заказал. Я для человека заказал. Снимем обзор. Посмотрим. В принципе, всем до встречи на моем канале. Не забываем подписаться, поставить лайк, писать на комментарии, что кому не нравится, что кому плохо. Всем пока!